Всем привет! Рада приветствовать вас на своем канале. Сейчас самое время показать мой анцидиум. Вот такой красавец распускается. Но он уже, наверное, неделю как раскрылся. Там есть еще цветоносы, тоже распускаются цветочки. Он у меня второй год, цветет в одно и то же время, вот именно осенью. Это анцидиум Sweet Sugar. Гибрид. Покупала я его, честно, я не помню, или в Вуби, или на Фудсити. И вот он радует меня такими красивыми цветочками. Я вчера выставила фотографию и назвала хоровод желтых юбочек. Это реально очень красиво. Бесподобное зрелище. Вот такие вот красивые желтые цветочки, коричневая такая у него. И губа, и там штрихи, полосочки. Я думаю, что такой анцидиум у многих есть, потому что он доступен в магазине. Его можно купить. Ну вот, кто бы мог подумать, что он так вот будет цвести обильно, красиво. Он ароматный. Я уже и в том году говорила, что вот мне он пахнет весной. Вот такой вот запах весенний. И хорошо вчера написали, что запах мимозы. Вот да, у него такой вот есть запах мимозы. Но мимоза, она немножко поярче пахнет. Но вот именно весна, мимоза и вот этот аромат присущ вот этому анцидиуму. Анцидиумы с декапиталом я принесла на это окно, потому что вот они у меня именно осенью дружно начинают дополнять друг друга. Желтый вот такой красивый анцидиум. Здесь вот распускается зигопиталом. И вот сколько у меня еще бутонов у зигов. Я вам их обязательно покажу. И еще у меня там в бане еще два зига тоже уже с цветоносами, с бутонами. Ну, в общем-то, они у меня вот так дружно в одно и то же время осенью начинают зацветать. Этот анцидиум я с весны на все лето до сентября выставляю на улицу. Там он себя совершенно прекрасно чувствует. Он приспосабливается к любым температурам. Хорошо переносит и даже 32, если будет. То есть, в общем-то, он такой адаптируется под любые условия. И поэтому многие за это его и любят. В принципе, день у него до 22, ну вот если 32, он выдержит. И ночь 14-18. Уже второй год, лето у нас непонятное, ночи у нас уже давно летом холодные, а это лето вообще было холодное. Он шикарно рос, рос на улице, он поливался со всеми вместе орхидеями, удобрялся. Удобрение он получал и по листу, здесь вот видно, что на них такие вот, на листьях белесые, белесый такой налет. Это буквально недавно я тоже обрабатывала по удобрениям, по листикам подкармливала. Ну, естественно, перепад температур благотворно влияет на получение цветоносов. И вот такая красота потом распускается. Влажность от 40 до 70. Здесь он тоже может приспособиться. Если уж очень у вас сухо, то это будут кончики листиков коричневые, сухие. Это говорит о том, что влажности вообще никакой нет. И здесь уже будет замедляться процесс и роста, и тем более получение цветоносов у этого анцидиума. И также, если новые ростики растут гармошкой, то это тоже уже сигнал к тому, что слишком сухо для этого растения у вас дома. Свет он любит яркий, рассеянный, западное окно. Вот они у меня стоят. Ну, сейчас осень, конечно, на восточном окне. Ну, а лето я выношу в такое место. Значит, там у меня с утра до 12 есть солнце. И потом вечером светит солнце. И вот именно это место анцидиуму очень нравится. То есть это у меня уже проверено. И поэтому я всегда выставляю его на одно и то же место. На северном окне будет расти плохо. Света ему не будет хватать. И развитие будет слишком заторможено. И вот сейчас с осени, где-то с октября я включила фитолампы, то здесь все у меня подсвечивается. Между поливами он должен просыхать. Но иногда так было, что принципиально я его просто вот какое-то время не поливала. Он хорошо это переносит.
Но здесь уже будет видно, если бульбочки начинают сморщиваться, нужно полив увеличить. Удобряется он так же, как и все мои орхидеи, в течение всего года. Два раза в месяц я вношу удобрение. Сейчас во время цветения я тоже его удобряю. Ну и все свои орхидеи я тоже удобряю. И во время цветения тоже. Удобрения мне совершенно для них не жалко. Нашла информацию, что в принципе жизненный цикл этого анцидиума не подразумевает никакого периода покоя. Но все-таки я думаю, что вот немножко такой вот засушливый период ему не помешает устроить, поливать пореже. Очень любит он теплый душ, тоже как вот пишут. Но, если честно, теплый душ я ему не устраиваю. Я просто вот по листикам и летом удобряла удобряшками по листу. Соответственно, он обрабатывался и от клеща, и от всякой бяки, которая могла случиться на улице. Ну вот, я говорю, второй год подряд он очень радует меня своим цветением. Вот такой толстый цветонос. Очень много идет ответвлений. И вот такие потрясающие цветочки, пахнущие весной и мимозой. Очень красивый. У него вот один цветонос повыше. И вот там вот видно еще один цветонос. Он чуть покороче. Цветочков на нем поменьше. И размером они тоже чуть-чуть поменьше. Вот вся сила ушла в этот цветонос. Ну, второй год подряд вот он выдает мне два цветоноса. Ну, в общем-то, меня это устраивает полностью. Очень красиво. Очень красивый, совершенно беспроблемный. Если увидите его в магазине, обязательно покупайте, потому что вот такая вот радость осенью, когда уже нет солнца и будет снег, а у вас будет цвести вот такая вот красота. Здесь очень все плотно, я вот так, наверное, покажу вам его псевдобульбы. Вот они такие налитые, толстые, там торчат корешки. Вполне возможно, что вот весной я, наверное, его пересажу в горшок побольше, хотя там есть у него немножко еще места, но вполне возможно, что нужно уже горшочек ему подобрать размером побольше. Покажу вам первый цветочек зигопиталума. Я его купила весной в Леруа. Он такой хиленький, маленький был вообще, он там, по-моему, один оставался. Я так думаю, что это голубой ангел. Мне его очень хотелось. И вот он мне выдал цветонос, и вот у него и не один, у него два цветоноса. Вот здесь у него два бутона, три. И вот еще его цветонос. А на самом деле он очень маленький. Вот смотрите, какой он. Здесь растет новый ростик. В общем-то, молодец. А, и вот там есть цветонос. Ну, в общем, такой, смотрите. Он коротенький совсем. Вот вам и Леруа. Голубой ангел. Когда раскроются все мои зигопиталумы, я тоже здесь принесу их, чтобы снять получше, хотя места не хватает. Вот здесь такие шикарные бутоны, вот здесь. Вообще зиги меня радуют, но... А, и вот там бутон, боже мой, посмотрите. Надо повернуть, стекло упирается. Сниму отдельное видео, потому что зигопиталумы, это вообще такая прелесть оказалась. Но это уже будет другое. Ну и самый главный мой красотун на этом подоконнике — это вот такой анцидиум. Анцидиум с немножко сложным названием — орниторихум. Птица клювый. Вот такая красота у меня распустилась. Купила я его летом. Теплицы Александры. Немецкий альбом. Вот его название. И вот поставщик. Приехал он ко мне с одним длинным цветоносом. Такая тоненькая-тоненькая ниточка была. Потом я его показывала. Летом я его показывала. В августе, по-моему, он выдал мне еще один цветонос. Вот этот. И когда я в сентябре занесла уже все с улицы домой, он выдал вот этот цветонос. И вот там прям вот пышнючий, посмотрите какой. Еще один цветонос. Если этот был уже у анцидиума, он с ним приехал, потом вот это все ветвилось, набухали бутончики, процесс такой был длинный, то, в принципе, получается, что эти вышли в сентябре, и все вместе, вот конец октября,
ноябрь все вместе вот это зацвело. Вот такое изобилие, вот такой потрясающий букет. Он очень вкусно пахнет, он потрясающе пахнет, ему не нужно солнце, он пахнет и сейчас. Пахнет он ванилью, пахнет шоколадом и настолько приятный аромат. Мне очень хотелось вот этот цвет, они есть разного цвета. Ну вот почему-то мне хотелось он такой нежно какой-то сиреневый, желтенький, посмотрите. И беленькая у него, и такие красивые у него цветочки, и форма цветков красивая. Ну, в принципе, по уходу я пока ничего не могу вам сказать. Ухаживаю так, как и за всеми орхидеями. То есть, когда он ко мне приехал, я его посадила. Посадила я его в орхиату. На дне там вот белые камушки. Серамис добавила ему. Он очень хорошо рос. Вот эти вот появлялись у него вот цветонос. Потом вот еще, когда занесла домой. Вот он весь раскрылся. Он потрясающе красивый. Стоит он здесь вот у меня на восточном окне. Досвечивается. И когда вот я включила уже в октябре досветку, то есть вот этот процесс раскрывания бутончиков начался еще быстрее. И вот он так у меня здесь вкусно пахнет и очень красиво цветет. Обратите внимание на вот такой ансидиум. Они бывают разного цвета. Мне хотелось именно вот такой цвет. То есть я даже не помню, когда я его купила. Июнь. И вот с этого времени, вот до сентября он у меня был на улице. И вот теперь мы дома. Радуем цветением. Вот здесь вот посмотрите, просто как ветка сирени. Очень обильная, много разветвлений. На одном цветоносе, потрясающий, конечно, сказочный. Если он разрастется и будет такое у него обильное цветение, ну, это вообще будет сказка, конечно. Так вот вам близко показываю. Жалко, что камера не передает аромат, потому что я здесь просто как на кондитерской фабрике нахожусь. Я цветонос длинный. Я его подцепила на прищепочку, потому что он ложится на подоконник. Мне это не очень нравится. Здесь внизу батарея, она хоть и закрыта, но не хотелось бы, чтобы он лежал. Вот мне хочется, чтобы он так вот был подвешен. И вот такое букетище красивого ансидиума у меня сейчас цветет. Ну вот на данный момент пока все. Потом буду снимать другие видео. Орхидеи много, что-то периодически радует своим цветением. Так что вот, обращайте внимание на такие ансидиумы, они просто потрясающие. На этом все. Всем пока и до встречи на моем канале.